Берем какие-то вот такие зеленые. Вы знаете, нам надо, чтобы красивые были. В двух подъездах дома 89 по новому шоссе в Горках Ленинских прямо сейчас кипит работа. Здесь выполняется текущий ремонт. Красят стены, потолки и входные двери. Убирают в специальные короба проводку. При необходимости реставрируют почтовые ящики. На завершающей стадии предусмотрена замена светильников. А вот окна в этом доме не потребуют ремонта. Они были заменены в прошлом году. Впечатление от ремонта в вашем подъезде? Ну, он сейчас продолжается, идет в активной фазе. Вроде исправляют все недоделки, потому что подъезд давно не красили, не делали ничего. Сейчас надеемся, когда полностью докрасят, будет еще более светло. Вроде как бы цвет стен не ядовитый, все нормально будет. Очень рада, то, что ремонт начался, то, что идет ремонт, будет не такие обшарпанные стены, будет красивее. Скорость работ очень высокая. Здесь должно уложиться всего в несколько дней. Но даже на самые запущенные и трудоемкие подъезды уходит максимум неделя. При хорошей организации работы на один подъезд дня три. Ну, в зависимости от подъезда, конечно. Немаловажно также, что все работы производятся по возможности тихо, чтобы не причинять жителям какие-либо неудобства. Вообще не мешал никто. Рабочие очень тихо работают и работали. Представители местных властей регулярно бывают на объектах и лично контролируют выполнение работ. Основной, конечно, задачей я для себя и для жителей вижу взаимодействие с подрядной организацией в части контроля качества проведения ремонтных работ. И, как вы видели, жители участвуют. Но они мало того, что участвуют, еще и подсказывают, согласовывают цветовые решения внутри подъездных территорий. И самое главное, влияет на тот факт, что уже какие-то коррективы и возможные огрехи устраняются подрядчиком по ходу работ, а не после, как это часто бывает. Всего в городском поселении Горки-Ленинские в рамках программы «Мой подъезд» запланирован ремонт 63 объектов. Все работы должны быть выполнены до конца октября. Екатерина Коваленко, Евгений Садовский, Елена Кошелева, Видное ТВ.